Доброго времени суток, мы переехали в Самару сегодня. Сидим на пляже делать зубов. Сейчас сниму, как было. Как было. Сейчас они тут хотят немножко новый декор. Вот как есть. А потом сниму. Как будет? В Самаре такая грязь. Вы просто зачетная пыль и зачетная грязь. Два месяца студент дома живет, а там на окнах слой грязи. А в целом-то все нормально. Жизнь продолжается своим чередом. Ну вот такой вот пледик, подушечки. Подушечки в тон занавесок. Покрывало. Такая вот эта кроватка с такими кисточками. Шик, блеск, красота, короче. Вот так, пальцы вверх, на канал подписываемся, кто не подписался, редиска. Всем пока, до новых встреч, мира, добра, удачи и здоровья.